Климатическая группа Extinction Rebellion, что переводится как «Восстание против вымирания», начала 2 недели глобальных протестов. Активисты приклеивают себя клеем к дорогам и приковывают цепями к автомобилям. Демонстрации уже частично парализовали Лондон, Берлин, Амстердам, Сидней и Нью-Йорк. Протестующие призывают правительство предпринять срочные меры, чтобы сократить выбросы СО2. Правительство делает недостаточно в отношении климатической чрезвычайной ситуации. И ключевая фраза – чрезвычайная ситуация. Полиция пытается восстановить порядок и проводит массовые аресты. В Лондоне уже задержали 100 человек, в Амстердаме – 50 и в Сиднее – 30. Главная идея активистов заключается в том, что климат изменяется именно по вине человека. Они также уверены, что если не сократить выбросы СО2, то мир ждет глобальная катастрофа. Впрочем, не все ученые придерживаются такого же мнения и говорят, что за идеей глобального потепления стоят политические цели. Критики также говорят, что идея о конце света вводит в заблуждение детей и вредят их хрупкой психике. Если мы не будем действовать, то мир провалится в бездну. Мы должны это остановить, должны действовать, пока не будет слишком поздно. Между тем, премьер-министр штата Виктория в Австралии призвал активистов прекратить оккупацию улиц. Право на мирный протест, право на блокировку улиц – это важно для нашей демократической системы. С другой стороны, есть другие способы заставить людей прислушаться к вашим доводам. Не думаю, что оккупация города увеличит число ваших друзей. Группа «Восстание против вымирания» известна своими радикальными акциями. В апреле этого года она 11 дней блокировала улицы в центре Лондона. Тогда было арестовано более 1000 активистов.